Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И для любителей криптомонет сегодня я хочу поделиться краном. Называется H2OX. Здесь мы собираем криптомонеты с платформы Waze. Значит, здесь очень много кранов. Станете собирать. Все привязаны к платформе Waze. Так, токены. Ну, здесь, если захотите, сами переведете все это, почитайте. Здесь особого ничего такого нет. Регистрация. Вводите логин, имейл, два раза пароль. Нажимаете на синюю вкладочку. Так, на почту не помню, приходило письмо или нет. Я же зайду в кабинет. И вот так вот наша платформа выглядит. Здесь очень много монет. Это неимоверно. И они все привязаны к платформе Waze. Значит, ну это наша статистика. Далее вот здесь нажимаете, вот, будет находиться ваша партнерская ссылочка, если кто захочет приглашать. Здесь сеттинг, посмотрите, ну аккаунт. Кран платит инстантом. Я сегодня первый раз вывела монетку, попробовала. У меня как бы не было сомнений, что он не платит. Конечно, все платит. И здесь есть Twitter, Telegram. Telegram есть и как англоязычный, русскоязычный. Ну, всяко-разное. Очень много Телеграма. Далее вот это какая-то сеть. Facebook, Instagram, Medium. Так. Значит, как собирать? Заходим вот сюда. Ну, вот это наш аккаунт. Статистика это все. Вот. Falcat нажимаем. И нас перебрасывают. Посмотрите, сколько здесь монет. Это неимоверно здесь монет. Это все они привязаны к платформе Waze. Значит, собирать очень все просто. Ни капчи не надо, ничего. Нажимаете на любой. Ну, давайте вот этот соберем. Ждем 5 секунд. Вот идет таймер, где зеленая вкладочка. Нажимаем claim. Все. Переходим обратно в Falcat, в кран. Вот это у меня собрано. Значит, здесь есть Waze, Waze World. И вот таким вот образом мы все-все монетки собираем. Опять ждем отсчет времени. И нажимаем claim. Все. И они, вот обратите внимание, раз 24 часа. Так? Есть, значит, раз 12 часов, вот раз 24 часа. Потом раз 3 часа. Ну, вот тоже вот 24 часа. Каждый час very hour, ну, вот вроде бы как раз в час. И есть 72 часа даже. Краны, которые дают, вот 72 часа. Вот тоже ждем отсчет времени. Вот идет секунды. Так, с этим я вам показала, как собирать. Далее что, друзья? Возвращаюсь в аккаунт. Прежде чем выводить, нужно сделать, друзья, депозит. Не пугайтесь, депозит совершенно маленький. Он нужен, чтобы привязать сюда кошелек, ну, вот платформу Waze, куда мы будем выводить. Значит, прежде чем выводить, я уже вам на примере не смогу показать, но объясню, как смогу. Вот адрес вы нажмете, у вас здесь будет такое окошечко. И адрес, куда сделать депозит. И ну, вот такой примерно, да, как бы будет адрес у вас. И внизу еще будут то ли цифры, то ли буквы. Значит, и что вам нужно сделать? Вам нужно будет сделать такой вот депозит. Сейчас перейдем на платформу Waze. Сейчас у меня загрузится. Я зайду, выбила меня с платформы. Я вам покажу, как сделать депозит. Совершенно маленькая транзакция, неважно сколько там, ну, мизер,
любую криптомонету, которая у вас есть, например, на платформе, да. Сейчас я вам даже покажу транзакцию. Я вот сегодня выводила монетку Трипли. Вот она у меня сегодня. Вот я 20 монет вывела. Это плюс, ну вот 1 цент она стоит, да. И я отправляла. Так, отправить. Вот я отправляла вот 0.4 0.124 монетки. Ну, я даже могла подправить вот этих 4 монеты, например. Даже одну монету можно, да? Вот я отправляла, как бы делала этот депозит. Как его делать? Сейчас я вам покажу. Я отправляла монету вот эту WFOCAT. Я нажимала «Отправить». Так. Сюда вы вставляете адрес, который у вас будет на платформе, вот на кране, да? Сюда вставляете количество. Ну, любое тут количество, я не знаю. 0. Там, сколько там нулей? 1. Все. А сюда, вот как я вам сказала, ниже под адресом будут то ли цифры, то ли буквы. Вставляете, копируете и вставляете сюда. Нажимаете «Продолжить». Потом это все, вот, транзакцию подтверждаете. И у вас будет уже автоматически кошелек пополнен. Вот мои 20 монет. Я вот эти монеты сегодня Трипли вывела с этого крана. Так, кран платит инстантом, друзья. И вот у меня адрес автоматически привязался. Все, я могу выводить. Теперь как привязать крану вот эти монетки, их нужно привязывать. Я вот перепутала вот этот, вот этого у меня пока не было. Вот у меня был вот этот Waze World. И я думала, что это просто Waze. Да? И у меня вот его нету. Как и привязать, вот, и все также таким же образом привязываем мы монетки. Вот я копирую вот этот адрес, копирую Waze World, перехожу на платформу, и у вас, вот видите, я сколько уже привязала, много. И в самом низу у вас будет такой вот плюсик. Вы нажимаете на этот плюсик, вставляете название монетки. И вот Waze World. Ставите сюда галочку, нажимаете «Закрепить». Вот она у меня здесь. Я ее закрепила. Так, далее. Вот не знаю, получится у меня или нет, но я хочу попробовать вывести. Возможно, что и не получится, потому что тут нужны волны как-то. Я выводила, честно говоря, вот эту криптомонету. Так, эту криптомонетку, что я вам показывала, вот Трипли. Вот у меня сейчас 10 монеток стало. Я ее собрала, вывела еще, вот по новой собрала. Вот. Значит, и давайте попробуем Waze World. Возможно, у меня не получится. Значит, ставлю вот галочку. И у меня вот 50 вот этих монеток. Или как-то вот, видите, баланс. Так, я нажимаю вот сюда. На треугольничек. И вот видите, WinDraw. Нажимаю. Значит, сюда сразу вставляю адрес. И вот у меня 50 этих монеток. Так. И я все буду делать методом тыка. Waze нужно 0.201. У меня, конечно же, таких нет монет. И я попробую вывести. Как бы я беру меньшую сумму, да? Давайте возьму 40 монет. Вот у меня баланс 50, 40 монет. И вот этих Waze у меня нет. Если я нажму, мне напишут, что у меня недостаточно вот этих монет. Как я выводила вот предыдущую монету. Как я говорила, методом тыка пробовала. Я нажала вот эту 3W. Вот это я не знаю, что. Вот сюда я нажала. Как бы. И попробую вывести. Вот 40 монет. Адрес мой. И получится, не получится, не знаю. Что-то мне ничего не написали. Так. WinDraw. Сейчас я обновлю страничку. И что у меня? А мне ничего. Так.
Так, нет, у меня не вывелось ничего. Как было 50, так и осталось. Ну, кран платит инстантом, я вам показала. Вот эта монетка, я ее, наверное, тоже не выведу. 105 монеток. Мне просто любопытно. Потому что у меня это вывелось, у меня сколько, где там вот эта монетка, 105. Ну, поставлю я, так, 90 монеток, например. Что у меня там? 190. Поставлю точка 0,0. Так. Возможно, тоже я и не выведу. Сейчас что-нибудь напишет. Ну, что-то грузится. Наверное, нет. У меня не получится вывести. Так. Вывелись. Переводим на русский. Так, вы успешно сняли 90 монет. Вот видите? Вот при вас я это все проделала. Иду опять я на платформу. И сразу пойду в транзакцию. Транзакции. Вот смотрите. Так, сейчас я закрою рекламу. Вот, смотрите, получение Aki Coin какой-то вот, плюс 90, а тоже вот 1 цент это. И я вот при вас только что вывела монетку. И теперь будем искать эту монетку, потому что у меня очень много этих привязанных кошельков. И будем искать, где она монетка. Так, это вот эти 20 я первый раз выводила, теперь будем искать 90. Как я сказала, платит инстантом. Ее найти. Да. Может, у меня и кошелек не привязан. Потому что очень много, как видим, монет. Сейчас посмотрим. Где вот там мои монеты? Что-то я не нашла. Сейчас будем так искать. Может, у меня кошелек не привязан. Надо будет привязать кошелек, чтобы они поступили на баланс. Вот. Что-то я не вижу этих монет своих. Транзакция есть, а кошелек, наверное, возможно, и не привязан. Вроде все привязывала. Но привязывать их очень долго. Я почти несколько часов потратила на то, что мне... А, сейчас я попробую привязать этот кошелек. Адрес. Как бы его тут вот так скопировать. Копирую. Иду опять на эту платформу. Сейчас я попробую привязать. Не знаю, где. Так. Ввожу сюда вот этот. Ага, он у меня не привязан. Вот видите, как невнимательно. Закрепить. И вот. Смотрите. И видите, все, монетки прибыли. Вот я его закрепила, и сразу же монетки вот у меня как бы в кошельке. И вот таким вот образом привязываем кошельки и делать депозит, как бы, я, как я сказала, ну, совсем мизер. Неважно, какая сумма. Там буквально там, я не знаю, миллионную часть там. Вот. И таким вот образом. И собираем монетки, выводим. Вот. Кран, конечно, суперский. Ну, в принципе, на этом все, друзья. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!